Здравствуйте, на библейский портал «Экзегет» пришел вопрос, какова роль ангелов в современной жизни? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо вспомнить слова апостола Павла из послания к евреям о том, кто такие ангелы. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Удивительно, что ангел Многократно сильнее человека, ангел ⁇ это тот дух, который не имеет тела и не совершает грехов. По сравнению с человеком, ангел обладает колоссальным могуществом. И тем не менее он служит человеку. Почему? А потому что этот принцип служения более сильному, менее сильному, слабому, это принцип, который лежит в основе нашей веры. Мы помним слова Христа о том, что Сын Человеческий пришел не чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу для искупления многих. И вот он берет и, иллюстрируя фактически эти слова, умывает ноги ученикам. И ангел — это тот, кто из любви Служит нам окаянным, грешным, падшим, суетным, отвлекающимся. И, конечно, чему может нас научить ангел, помимо того, что Он нас хранит, да, вот как в книге Бытие, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков всех. То есть это дух, который хранит нас. Мы поэтому так его называем ангел-хранитель. Но э, самому ангелу, что важнее, только хранить человека? Нет, наверное. Наверное, ангел хочет научить нас молитве и предстоянию Богу, чтобы мы научились возносить хвалу Богу, благодарение, чтобы мы научились просто в молчании славить Его. Поэтому э, и в монашеской практике, и в практике подготовки к причастию всегда присутствует канон ангелу-хранителю, как главному учителю для нас молитвы. И в утренних и в вечерних молитвах обязательно мы призываем этого наставника, хранителя и учителя. Поэтому э, в современной жизни руля ангелов она точно такая же. Точно такая же, как была и раньше. Это помочь каждому из нас прийти ко спасению. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.